Друзья, вы знали, что во Франции есть такая уникальная профессия, как личный представитель президента по вопросам гастрономии? Господин, или точнее, месье Гийом Гомес, во вторник прибыл в Астану. Он принял участие в открытии кабинета французского языка в технологическом колледже. Кстати, многие подумали, что теперь, после визита президента Макрона в Казахстан, будут активно изучать французский язык и забывать русский. Но этого не случится, хотя в самой России был период, когда дворяне владели французским языком и не знали свой родной русский. Еще хочется сказать, что после того, как открыли кабинет, господин Гийом Гомес ознакомился с вкусностями, которые готовят будущие обладатели звезды Мишлен. Да-да, в будущем это возможно. Почему? Потому что уже сегодня, в среду, 7 представителей казахстанской гастрономии вступит в сообщество Эскофье. Также хочется отметить, что один момент, который меня смутил, то, что казахстанцы немножко продолжают заискивать перед иностранцами. Я думаю, не стоит этого делать. Почему? Потому что без французского вина и французских машин мы проживем. А вот без казахстанского урана французы вряд ли. Тем более из Африки их выгнали. И поэтому хочется сказать, что надо иметь гордость и в первую очередь уважать своих граждан, а иностранцы будут на втором месте. Пора изживать вот эти колониальные привычки. К тому же еще один такой момент, на который хочется обратить внимание. Надо повышать свою самооценку и любить свое Казахстан.